А я опять кудрятся. Зря только выпрямляла. Короче, сейчас уже 12:17. Мне к 14:00 надо быть на консультации в ВУЗе. Поеду в ВУЗ к себе. Вот, подруга тоже поедет. Мы сейчас с ней тут у меня. Вот. Поедем вместе тоже к 14:00. У меня экзамен завтра. Красота. Добрый вечер. Я включила на Ютубе рандомное видео. Сижу, пью черный чай, по-моему, с лимоном вкус. Кружечку водолей, хотя я рыба. Да, бывает такое. Я сейчас сижу, отдыхаю, я приехала, у меня разболелась голова. Я вот сижу в автобусе, села в автобус, сижу и понимаю, у меня болит голова. И я не пойму просто, от чего она болит, но она болит. Поэтому сейчас сижу так немножечко отдыхаю. Вот, у нас уже потемнело. Сейчас гирлянду хочу включить, пока еще ее можно включать, еще январь, поэтому включу. Вот, и вот дальше пить чай. Чуть позже хочу сходить в Озон, потому что у меня пришел, оказывается, заказ. Он должен был завтра прийти, он пришел сегодня, мне даже об этом не сообщили. Вот, молодцы ребята, хорошо работают. Я замерзла как черт, но зато я получила посылочку. А еще у меня на ключах был Джорджи. Но Джорджи больше нет, я его где-то потеряла. Возможно, в кармане лежит, но я не уверена в этом. Зато я получила посылочку и купила новую маску. Я еду на экзамен. Сейчас где-то 7:10, у меня к 8. В принципе, я должна успеть доехать. Это ужас. Я не выспавшись, я не завтракала, просто решила сразу ехать на экзамен. Вот, потому что, ну, а чё кушать? Чё ему кушать? Просто я так рано не могу вообще есть. Ой, надо лифт вызвать. А то стою такая довольная, счастливая. А это моя первая оценка за экзамен. Просто я забыла об этом снять видео. Купила еще один точно такой же контейнер, только в другом цвете. И в этот я уже пересыпала ранее. Теперь буду сейчас засыпать сюда что-то. После экзамена я немножечко подготовилась к следующему экзамену, а вечером встретилась с подругами. Девочки, вы сами ответили на свой вопрос.